Между тем, депутаты из законодательного собрания Тверской области накануне решали более масштабные вопросы, которые касаются очередных изменений в региональном бюджете. В частности, сейчас меняются основные параметры регионального бюджета на 2021 и на плановый период 2022-2023 годов. Тему продолжит наш корреспондент. В этом году доходная часть областного бюджета увеличивается на 4 миллиарда рублей. Расходы на 5 миллиардов. Дополнительные деньги выделяются на ремонт автомобильных дорог, поддержку сельского хозяйства. Кроме того, в ходе законодательного собрания фракция ЛДПР поддержала выделение дополнительно более 500 миллионов рублей на ежемесячные пособия для детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей более 800 миллионов рублей на ремонт межмуниципальных дорог. Также на заседании рассмотрено изменение в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования. Там более 1 300 000 000 рублей до конца года будет выделено из резервного фонда правительства Российской Федерации и из федерального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на лечение коронавирусной инфекции. А всего с начала года мы уже потратили 4 миллиарда рублей на лечение коронавирусной инфекции. Увеличиваются расходы по разделу здравоохранения, в том числе за счет дополнительного финансового обеспечения оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, заболеванием или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекции в рамках реализации территориальной программы ОМС. Дополнительные средства выделены на выплаты медикам, которые работают в красных зонах. Очень важно, чтобы они своевременно, вот мы приняли, и чтобы они своевременно до конца года дошли, потому что сегодня ситуация, мы все знаем, что очень тяжелая, и напряжение на врачей моральное, ну и в том числе финансовое, и их работа сутками, это очень, на наш взгляд, самым главным являлось в изменении бюджета. В условиях, когда складывается непростая ситуация с коронавирусной инфекцией, необходимо выделять дополнительные средства на статьи, которые направлены на сохранение и улучшение жизни жителей Тверской области. С этим согласны и представители партии «Справедливая Россия». Кроме того, на заседании внесены изменения в приобретение патента для иностранных граждан. Пойдет дополнительное пополнение этих бюджетных поступлений. И потом, значит, заставим качественно работать иностранные силы, и в том числе мы хотим, чтобы наша собственная рабочая сила в нашей Тверской области все-таки работала, никуда не уезжала в конечном итоге. То есть как бы вести конкуренцию между иностранными рабочими и нашими. Следующее заседание народных избранников состоится уже в декабре. Одним из вопросов станет принятие бюджета на следующий 2022 год и плановый период.